Studios. Они приближаются, уничтожьте их. Что насчет Сиран? Никого не оставлять. Сейчас я покажу, как надо расправляться с врагом. Убейте его! С удовольствием. Это координаты Алисы. Куда? Здесь пожар. Я не знаю, что они делают. У них нет правил. Реймир знал, что мы придем. Что будем делать дальше? Ждать появления нового вирусного очага. И очень скоро. Отчет Логана был достаточно ясен. Пошлите туда еще два отряда и найдите Реймира. Я понял. Логан, мой лучший агент. Что будем делать? Ничего, будем ждать. Посмотрим, что он еще обнаружит. Данные ВХО точны. Все в радиусе 100 миль мертвы. Не все. Этот еще жив. Как это возможно? Никак. Привет, Марка. Ну, это как бы не конец. Далеко еще не конец. Не понимаю, почему я себя не слышу. А вот, так должно быть лучше. Ну да, пару миссий, но не конец. Блин, сломался вход на наушниках, тупит. Леон? Леон, я не думаю, что это шахта для ракет. Я думаю, это запускалка для яков. Фаган придумал нечто грандиозное. Ты видишь пусковой компьютер? Идет сканирование. Допуск позволен. Черт, остановить запуск уже невозможно. Тебе придется найти код сам ликвидации, пока она не достигла атмосферы. Где я найду коды? На самой ракете есть таблица. Привет, Некр. Старта, ты должен попасть на уровень 3. Как только она стартует, нужно попасть на уровень 2 и включить систему. На уровень 2, на уровень 3. Блин. Спасибо за хост, Марлен. Ну, на самом деле, да, они уже давно армированные все. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ок. Я не успел. Боже, что случилось, Гейб? Что ты сделал? Все зависло. Блин.
Я взял кравец и разрушил оборудование, но я не вижу антенны. Я прослежу. Что-то все зависло, я попробую грузануть. Ну, я типа почти успел. Может быть, игра просто не поняла. Привет, Интергалактик. Блин, о, вот так слышно, но почему-то музыка очень далеко. Или может быть она так тихо? А, она вообще в одном канале. Сори, я сейчас буду фиксить. Ну, не знаю. Сейчас, если пройдем быстро, то можно будет еще во что-нибудь поиграть. Лиан? Лиан, я не думаю, что это шахта для ракет. Я думаю, это запускалка для яков. Фаган придумал нечто грандиозное. Тест. Тест. Все-таки, насколько... Первой Соньки хватает изображения намного лучше, чем со второй. Второй все размыто получается. Тебе придется найти код сам в ликвидации, пока она не достигла атмосферы. Триплер, вот Рашен, даже не знаю. Я думаю, вероятнее всего это будет 16-битное что-то. Ой-ой-ой. Привет, Бабан. Лиан? Автоэм на армированных это репорт. Не, я попробовал. Я просто попробовал. Thank you.
Маркинсон. Ну конечно. Я знал, что ты легко расколешь ситуацию. Я ожидаю только отличных действий от своих агентов. Где Роймер? Вы меня спрашиваете? Сколько же Роймер работал на вас, Маркинсон? С момента выполнения тобой миссии в Коста-Рике, когда ты открыл связь между плантациями Роймера и Фаганом, я сам проделал некоторую работу через наших людей во Всемирной организации здравоохранения. И решили, что хотите иметь вирус сами? Нет, конечно же, для агентства. А ракета? Ракета — это моя идея. Маркинсон пришел сюда, чтобы остановить ее, но опоздал, так же, как и ты. Кто цель? Реймер? Какая разница? Я, кстати, нашел в записях, они у меня есть такие. Это что такое? Это Гейб Факел. Лоу. Видели это? О май гаднес. Теперь делать? Ифрит. Ядрит. Кейн, тебе придется сделать почти невозможное. Предотвратить путь ракет. Лол. Да ничего не видно, блин. Может, это и полезный был баг для степени. Но его полезности я не понял. Нужно курнуться, на самом деле, под дверь. Ох, лов.
режиме пройти. Кейн, я просто делаю, как-то невозможно. Когда заразить пуск ракет. Европейская команда. Не, ничего не видно вообще. Кейн, тебе придется сделать почти невозможное. Предотвратить пуск ракет. Европейская команда не приказала остановиться. Если ты не попадешь в него. Дай. Хедшот. Кейн, тебе придется сделать почти невозможное. Предотвратить пуск ракет. Европейская команда не приказала остановить его. Если ты не попадешь вовремя к щитку на уровне 2, нам грозит Вторая мировая война. Вот так-то. Сейчас будет. Щиток номер 2. Вторая мировая война. О боже, ракета взлетела. Нет! О, да ну где провал? Не провал? Thank you.
Дейн, тебе придется сделать почти невозможное, чтобы превратить путь в ракет. Европейское командование приказало остановить его. Если ты не попадешь вовремя к щитку на уровне 2, нам грозит Вторая мировая война. Кейн, тебе придется сделать почти невозможное, чтобы превратить путь в ракет. Европейское командование приказало остановить его. Если ты не попадешь вовремя к щитку на уровне 2, нам грозит Вторая мировая война. Кейн, тебе придется сделать почти невозможное, чтобы превратить спуск ракет. Европейское командование приказало остановить его. Если ты не попадешь вовремя к щитку на уровне 2, нам грозит Вторая мировая война. Ян, я сделал это. Я включил детонатор ракеты. И все. Сейчас. Проверяю. Цель. Слава богу, Кейн, ты сделал это. Считываю вирусную информацию. Я готов к отходу. Неужели ты не знаешь, когда остановиться? Мы могли бы стать великой командой. Я так не думаю. Где ты, Логан? Очень не круто, если он спавнится со мной.
тебе понравится зрелище медленной и ужасной смерти твоего партнера. Сначала пусть лаборатория исследует этот диск и вакцину. Нет, я имею в виду все это. Что случилось здесь? Маркинсон, Роймер, растение, вирус. Что все это значит? Не знаю. Маркинсон мертв, и вряд ли кто-нибудь знает. Отличная работа, мои дорогие. Отличная. Так, ну короче, с сифоном покончено. Отгружаем. Это дело.